Всем привет! Сегодня не могу обойти стороной такую вещь, как Бузова. Потому что она, ну, грубо говоря, порой выкидывает такие перлы, блин, от которых волосы на голове шевелиться начинают. Я говорю о том видео, где она лижет тарелку и называет себя блокадницей. Хочется тебе, Бузова, сказать: у тебя что, реально последние гуси из головы улетели? Какая ты блокадница? Ты историю маленько поучи и просто пойми, как было тяжело тем людям там. Они там реально с голоду умирали, по улице шли и падали. Там вообще несоизмеримо трудные времена были. А ты сидишь в ресторане, лижешь тарелку, блин, и, ну, просто занимайся какой-то фигней. Ну, блин, и делаешь это ради просто какого-то хайпа, это издевательство просто над теми людьми, которые прошли через весь вот этот ад, ужас, который там был, войну. Так что, ну, ты и выдала. Я блокадница. Подумай над своими словами и поступками и больше так не делай, как бы, ну, плохо это все очень. У меня все.